вы можете посмотреть сериал и через день, вот так запоем Netflix-ские сериалы, они их там выпускают сразу. Люди не могут вспомнить, потому что потребление информации не равно усвоению информации, не равно включению этой информации в содержащиеся у меня объемы памяти. Да? То, что у меня есть там кристаллический интеллект, это память, которая там хранится, она структурирована. И если я что-то узнаю, то оно должно быть интегрировано внутрь, оно должно обогатить. Да? Я что-то должен стать умнее в результате. Вот. Если я просто потребляю, у меня включается так называемая центральная исполнительская сеть. Вот. Она позволяет потреблять информацию, но она потребляет ее по принципу «в одно ухо влетело, в другое вылетело».